Потому что слышал этот звук и бросил взгляд в сторону, откуда он доносился. Похоже, ты наделен даром предвидения и действовал наперед уже, зная, что будет. Только так ты мог понять, где я и как на тебя нападу. Передо мной был трус, который не справился бы без чужой помощи. Так кем же ты стал? Похоже, что тот, кого я искал, оказался куда ближе, чем я мог представить. Кровь Луны, умника. Тот, кто хоть раз даст слабину, погибнет. Ну что ж, как мне следует поступить с тобой? Подождать, пока ты сам выдохнешься? Или же, поскольку нас сильно торопят, поскорее прикончить тебя?